Приволжье активно расширяется речное сообщение. Например, в мае в Татарстане появились регулярные пассажирские перевозки на судах «Метеор» в центры соседних регионов. Дальнейшему развитию водных перевозок в Приволжье будет способствовать участие ряда регионов в проекте «Речные магистрали». Он направлен на создание скоростного пассажирского сообщения на Волге. В рамках этого федерального проекта пассажирскими маршрутами будут связаны Нижегородская область, Татарстан и Чувашия. При этом выросла популярность самостоятельных поездок и путешествий в выходные дни. Это обусловило рост значимости автомобильного транспорта. Например, в Приволжье выросло предложение автобусных экскурсионных туров. Также на развитие внутреннего туризма влияет создание новой и модернизация уже существующей автомобильной инфраструктуры. Так, в декабре прошлого года была запущена часть трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Это позволило сократить время в пути с 12 до 6,5 часов, что положительно скажется в том числе на пассажирских перевозках. Вместе с тем развивается и железнодорожный туризм. Этот вид транспорта туристы используют в том числе для путешествий на небольшие расстояния, часто в рамках туров выходного дня. По нашим оценкам, спрос на поездки внутри страны будет способствовать дальнейшему развитию туристической отрасли и транспортной инфраструктуры во всей России. В том числе благодаря внутреннему туризму. В апреле-мае в Приволжье по-прежнему росло высокими темпами потребление услуг. Участники рынка ожидают дальнейшего увеличения турпотока относительно прошлого года. Это поддерживает рост оборота общественного питания. Во многих регионах Приволжья открылись новые кафе и рестораны. Среди средств размещения популярность продолжают набирать глэмпинги.